Что это? Что ты пытаешься сделать? Разве это не очевидно? Это Фредбер. Я воссоздал его. Кусочек за кусочком. Я использовал все оригинальные детали, которые мог найти. Ну, почти. Это меня абсолютно не касается. Разве я сделала что-то? На самом деле касается. Видишь ли, Мангл, Фредди использовал некоторые части Фредбера, чтобы сделать новых аниматроников. В основном это была лишь куча болтов. Ничего действительно важного. Но, к сожалению, чип, содержащий его личность, был взят тоже. Ты безумец! Я искал тот чип везде. И, наконец, нашел его. Потому что я нашел тебя. Он внутри тебя, Мангл. Чип внутри тебя. Нет! Ты лжешь! Я изучил те чертежи проектов. Нет ни малейшего сомнения в этом. Сущность Фредбера заключена в тебе. Естественно, что чип был бездействующим, но я нашел путь пробудить его снова. И что случится со мной, когда ты оживишь его? Ты, как ни грустно, будешь отключена, чтобы дать жизнь моему другу. Но это необходимая жертва. У меня было все, о чем можно мечтать. Фокси любил меня. И я его тоже любила. Это было началом чего-то нового. Но теперь все изменилось. Я скучаю по моему телу. Я скучаю по моим друзьям. Я надеюсь, они простят меня. Я надеюсь, Фокси простит. Прощаю тебя, Спрингтрап. Спрингтрап? Я прощаю тебя. Мангл, ты здесь? Выходи, мы не сердимся. Она должна быть здесь. Камеры записывают всю пиццерию, кроме этого склада. Ее не было нигде на мониторах. Мангл, ну же, не поступай так с нами. Где ты? Ну-ну, прошло много-много времени. Не так ли, Фредди? Этот голос не может быть. О да, может. Действительно может. Спрингтрап, ну как? Я думал, ты сбежал? Ну, к несчастью для тебя, я никогда не уходил. Я ждал так долго, только чтобы получить, что я хотел. Нашей мести. Нашей? Что ты имеешь в виду под нашим? Ты же в прошлом все это время. Времена изменились. Твой напарник мертв. И... Где она? О, влюбленный лис. Завидую его красоте. Не беспокойся, Мангл здесь. Но я боюсь, она не сможет услышать тебя.
Похоже, сюрпризы никогда не приходят в одиночку. Фредди Фазбир, смотрите, смотрите, что я сделал. Это я.